Ямелем, мы очень рады видеть вас гостем нашей программы. Вы известнейший ученый, вы потрясающий историк. Вы тот человек, благодаря которому осуществился очень популярный проект телеканала CBC «Белые пятна истории». Более того, я думаю, что часть успеха, она принадлежит именно вам. Спасибо. И я очень хочу, чтобы мы сегодня поговорили, безусловно, о науке, поговорили об истории, поговорили о вашем вкладе в эту историю, а еще поговорили о вас, о вашей семье, о ваших взглядах. И я думаю, что нашим зрителям это будет очень интересно, потому что вы сами по себе очень интересный человек. Спасибо. Ямелем, вы очень известная личность в научном мире. Вот Ламия тоже отметила, что вы постоянно снимаетесь и в наших передачах во всех. А что для вас самого наука? Наука – это путь к истине. Нам эта истина, азербайджанскому народу, очень нужна. Особенно в нынешних условиях. И если заглянуть в историю нашу, она очень древняя. История государственности Азербайджана насчитывает около 5000 лет. Нет такого народа, как азербайджанский, вот прошел такой мучительный период своей истории, но сумел отстоять свою независимость, восстановил и создал современное азербайджанское государство, хотя это часть нашей исторической территории. Посмотрите по экономическим показателям, по военному, как сказать, показателям, по другим. Азербайджан уже государство, которое имеет свое слово в международной арене. Вот это говорит о том, что этот народ имеет древнейшую историю, древнейшую культуру. Что касается культуры, знаете, это для меня очень важный вопрос. Вот возьмите Мугам. Я хочу отсюда выразить благодарность нашей первой леди Мейрбахам. Почему? Она поставила вопрос очень своевременно по поводу Мугам. Потому что этот вид нашей классической музыки имеет и политическое значение, военное значение. И самое главное, всемирно-культурное значение. Вот такой один эпизод. Когда Амир Теймур подчинил всю территорию Азербайджана себе и назначает сюда своего сына Мираншаха, наместника. Но он-то был человеком таким, да вот самовольным, ну, постоянно веселился. И как-то на этих состязаниях он, значит, конь его так-то бросил, он ударился в землю и сотрясение мозга. Врачи назначают ему... значит, нескольких видов лечения. Одним из видов лечения было послушать Мугам. Представьте себе. Ну, конечно, недоброжелатели Мираншаха, он-то был очень таким неприятным человеком, донесли до Тимура, что ваш сын развлекается, и там музыкант, и все. А в этот период в музыкальной жизни Азербайджан руководил такой известнейший музыковед средневекового периода Азербайджана, как Абдулгадир Мирагай. Понимаете? Он своими этими сопровождающими постоянно в течение, допустим, одной недели три раза бывал у Мираншаха. И Амир Теймур разозлился. Приезжает в Азербайджан, приказывает повесить трех этих, значит, сопровождателей, которые были рядом с Абдулгадиром Арагай, а Абдулгадиру удается бежать в Багдад. Но все равно его поймали, и когда привозят его, значит, веселиться, но он видит, что другого выхода нет. И обращается, а Тимур там сидел, Амир Тимур сидел. Потому что он обращается к нему, что ваше императорское величество и ваше величество, позвольте мне последний раз петь свой кельмей-шадат на, значит, Мугаме. У него был потрясающий голос, понимаете? Когда он спел, Тимур встает с места и поднимает руку, освободит его. Посмотрите,
народ создал такую культуру, которая заставляет величайшего императора отказаться от своего указа, от своего, как сказать, от своей подписи, понимаете? Это большая сила. Вот если посмотреть, в течение месяца Рамазан этот человек сочинил 33 аваза на основе, значит, отдела Мугам. Вот какая культура, понимаете? И еще один такой пример, я вам скажу, что, значит, после окончания османо-сивильских войн, после заключения Амасийского договора в 1555 году, по указу шаха Тахмасиба был, значит, подготовлен альбом из миниатюр Азербайджана. Их было 258 штук таких, ну, в одном альбоме собрали. И они были украшены очень драгоценными камнями. И после заключения договора со всеми подарками, там около 1000 человек отправляется к султану Сулейману. Хотя султан Сулейман не добился никаких успехов. Он в других своих походах добивался успеха, но по отношению к Азербайджану не добивался успеха. Но он, чтобы шах Тахмасиб, следуя, как сказать, указанию своего покойного отца, шаха Исмаила, он хотел установить братское отношение, как сказать, но это была одна нация. Как сейчас уже всем миром известно, говорят, что это одна нация, два государства. Тогда тоже было одна нация, два государства. И он, когда собирался отправить этот подарок, зять возражает. Говорит, вы что делаете? Шахом, это же подарок, который не имеет цены. И он в ответ ему говорит, знаете, мир в моем доме ценнее всего. И поэтому таких подарок можно готовить сколько угодно. Но мир достичь в своем доме – это очень сложно. И представь себе, через несколько сот лет этот один из листьев этого альбома попадает в Западную Европу. И представьте, за какую цену в аукционе заплатили в Швейцарии за этот лист. 17,5 миллионов долларов. Представьте себе, какая культура. Вот 17 век, известный французский просветитель де Эрболе обращается к французам и западноевропейцам. Французы, есть такая малоизвестная вам страна, Азербайджан, где в 12 веке жил величайший мудрец, мыслитель Низами Генджави. Его надо изучать. Он дал формулу жития будущего человечества. Если вы не узнаете, то есть не будете изучать его, его творчество, то будущее человечества в опасности. Еще 300 лет тому назад, или 400 лет тому назад, сами европейцы говорят, что надо изучить Низами. А кто Низами? Это величайший сын азербайджанского народа. Понимаете? И почему же самые известные ученые мира, такие как Николай Мар, Крымский, Крачковский, Бертельс, Бартольд, даже представители этих армян Шагинян, пишут о Низами такой, значит, с таким вдохновением. Понимаете? Потому что это высочайшая культура. Историю называют самой политизированной наукой. На протяжении истории, скажем так, мировой истории, были государства, государи, правители, которые использовали историю в своих целях. К моему большому сожалению, сегодня мы это тоже наблюдаем, скажем так, в соседнем государстве. Да. Как вы оцениваете, как с этим бороться? И почему это вообще становится возможным? Спасибо за этот вопрос, потому что много говорят об истории. К
кому не лень, тоже пытается, как сказать, показать себя как историка, аналитика, дающие, допустим, разные прогнозы, разные, как сказать, предложения. Знаете, этой наукой должен заниматься профессионал, знающий фундаменты этой науки. История, она наука очень, скажем так, жесткая наука. Она не прощает ошибок. Да, вы правильно сказали, что политизированная. Да. Допустим, какой-то, если возьмем историю Европы или историю стран Востока, много написано. А когда уже профессионал начинает заниматься именно, как сказать, досконально этими вопросами, уже очень многое новое уже становится ясно. Вот возьмем нашу историю. Нам пришлось обратиться к результатам других наук. Результатам медицинских наук. Результатам биологических наук. Доказать, что мы хозяева этой земли. Вы туда переселены. На основе политических документов, государственных, значит, документов, которые хранятся самой же Российской Федерации и в наших архивах, и в архивах других стран. И другой стороны, чтобы доказать, что мы являемся аборигенами или автохтонами этой территории, нам пришлось и обратиться, значит, японским ученым. Представьте себе, самим же российским ученым. Они однозначно подтвердили, что хозяева этой земли Южного Кавказа являются предки азербайджанцев, нынешних азербайджанцев. А почему они это делают? Вот видите, говорят, что так, значит, нашли какую-то столицу, значит, великий, так называемой Армении, на территории нынешнего Агдамского района. Все это ложь. Конечно. Они это прекрасно знают. Чтобы оправдать свои преступления. Да, и чтобы оправдать свои преступления, свою агрессию, а они идут такой подлог. Понимаете? И другое, всем известно. Даже те российские ученые во главе с Дьяконовым, их зятель Петровский, даже он выступил против них, что это вы лжете. Понимаете? И поэтому то, что они говорят, имеет прежде всего, конечно, политические цели, захватнические цели. И я, значит, вспоминая слова нашего глубоко уважаемого президента, когда он, выступая в Тертире, говорил, что вот как это так получилось, что такой древний город Азербайджана, как Ереван, оказался в руках армян? Мы это положили на стол. Как это было? Да, непростительнейшая ошибка членов Национального совета Азербайджанской Народной Республики. Об этом у нас с, да, значит, Ламия Ханом была отдельная передача. Понимаете, чтобы люди могли правильно понять все эти моменты, нужно положить на стол правду. Поэтому история, она наука любит правду. Да. Какая она не была бы, вот горькая, даже вот слезы идут, но она правда. От этого никуда не уйдешь. И то, что когда, даже когда мы раскрыли вот этот вопрос так называемых 26 комиссаров, там, в этом так называемом пантеоне, было обнаружено 23 гроба. Да. Потом говорили, что Шаумяна тоже расстреляли. А мы были уверены, что он не был расстрелян. И нашли документы. Понимаете? 18-й год. Я показывал, да, на Механ. У нас это было документ в передаче. Он-то, этот палач, с 20 сентября по 1 октября 2018 года был в тюрьме Красноводске, нынешней Туркменбаши. А на и тот получал момент уже числился расстрелян. Да, да. А везде пишут, что 20 сентября они все расстреляны. Да. А да, с ним рядом был Михаян. Я задаю вопрос.
А как так оказалось, что Микоян оказался в Москве? Да. А он, да, оказался в Индии. Да, он жил, я вам сейчас заявляю, он жил в Калькутте, он жил в Дели. Его документы, то, что есть в архиве, хранятся в 120 километров от Дели. Есть такой маленький город. Я сейчас не буду называть этот город, почему, но я знаю. Почему взяли? Мы еще продолжаем исследовать этот вопрос. А, вы не хотите раскрывать, да, раньше времени есть, интригу? Потому что я, точнее, этот человек нашел меня. Ага. Человек, который побывал в доме, где проживал Шаумян. Человек, который, я не буду назвать его имени, человек очень взрослый, то есть в возрасте, он побывал в том доме, трехкомнатная квартира, на втором этаже. Была карта его на столе. Понимаете, это, почему так беспокоиться в России особенно? Ну, понятно, что так называемые Армении, почему они беспокоятся, это понятно. А почему беспокоятся в России? Вот это мне интересно. Именно по этому исследованию, прямо, да? Да, по этому исследованию. Там, значит, подняли вой внучка, да, Татьяна Шаумян, которая до 1978 года навещала его. Это тоже нам известно. Она руководит отделением истории Индии, значит, в Институте Востоковедения Российской Академии наук. Понимаете? От истины никуда не денешься. Вот мы, благодаря нам, азербайджанскому народу, не только народу Советского Союза, но и народу всего мира, и американцы, и англичане, и французы, победили фашизм. А что касается фашизма, что касается Гитлера, это будущая наша беседа, другой передачи. Я вам скажу это. Да, потому что все это было организовано из-за бакинской нефти. Кому достанется эта нефть? Вот это то, что сегодня на нашу, как сказать, спину вот вонзили такой вот этот кинжал, это прежде всего связано с каспийской азербайджанской нефтью. Диагон Мялим, как историк, какую задачу вы сегодня себе ставите, какая цель у вас? Во-первых, я благодарю нашему президенту, человек, который постоянно, вот наблюдая 17 лет, он в своих всех выступлениях постоянно этот вопрос затрагивает, то есть наши национальные истории, проблемы нашей национальной истории. Считаю важнейшей задачей представить всю историю, правдивую историю всего народа Азербайджана, как один из руководителей института, заместитель директора по науке, считаю своим гражданским долгом представить всю правдивую историю своего народа, не только азербайджанского народа, но и всей общественности вообще мира. И, понимаете, сейчас такой возможности другие времена не было. Вот наш глубоко уважаемый президент Ильхам Алиев создал очень благоприятную атмосферу для исследования этих проблем. И поэтому и наш директор института, академик Ягуб Махмутов, и все, коллектив института считает своей главной задачей именно решение этого вопроса. И история наша, там разные направления, разные проблемы. Но для этого я считаю, что надо как-то вот внести особые изменения, остаться институтом истории, создать прекрасные возможности. Я вас благодарю, вашу телекомпанию, ваших руководителей, вас всех. Вы даете возможность какие-то моменты осветить. Но было бы хорошо создать отдельный телеканал «История». И мы по несколько таких вариантах, языках, мы можем эту историю представить своему народу. Ну, остальное то, что я занимаюсь своей любимой профессией, да, это большое счастье. Я прошел в школу таких величайших ученых, таких как Зем Саевич Пунятов, Игорь Григорьевич Алиев, Сумбатсада, Касан Алиев, Джалал Алиев, Аслан Асланов,
сейчас, дай Бог им здоровья, Ягуб Малин, потом Наляхану Белихану. Да, это большое счастье, и поэтому приятно в этом направлении работать. Ягуб Малин, хоть у нас осталось и немного времени, но не могу пройти мимо этого вопроса, да. Поэтому обязательно его задам. Вы человек, увлеченный историей, да. Человек, который живет историей. Да. Вы еще до начала программы, вы сказали, это большое счастье находиться рядом с великими учеными. А вот в вашей семье, из ваших детей, я знаю, что у вас двое детей, да. Супруга, кто-нибудь также увлечен историей или в целом наукой? В этом отношении мне тоже повезло. Я счастлив и имею прекрасную семью. У меня прекрасная супруга. Она журналист по профессии, но она и мое счастье в том, что она во всем всегда меня поддерживала. Это для меня, как ученого, это большое счастье. Она, мы с ней постоянно обсуждаем разные вопросы нашей истории, спорим. Бывает, что значит, взгляды расходятся, но во время обсуждения, как сказать, выявляется истина. Что касается детей, да, сын, он учится, значит, в Турции, в городе Бурса, в Улузакском университете, факультете международных отношений. Он на следующий год заканчивает этот университет. А что касается дочери, она врач, она сейчас в Анкаре там работает. И, конечно, если бы не было такая крепкая семья, и главное, что рядом спутница жизни, которая во всем и всюду меня поддерживает. Это большое для меня счастье. И она постоянно мне говорит, что ты счастливый человек, что ты занимаешься любимым делом. Это понимаете? Очень важно. Да. Ягуб Малин, вы действительно удивительный человек. Вы счастливый человек. Ну, не хвалите, ради Бога. И я вам желаю, чтобы так же было всегда. Спасибо чтобы вы вам. Всегда ощущали себя счастливым. Спасибо. И на работе, и дома, и со своей семьей. И я думаю, что у нас с вами еще будет возможность поговорить на те темы, которые мы, к сожалению, не успели охватить спасибо. В рамках этой программы. Я вас благодарю. Благодарю вашу телекомпанию, вас, прекрасных спасибо. Наших спасибо. Значит, ведущих. С вами беседовать очень приятно. Потому что то, что в душе можно это все говорить. И, понимаете, приятно то, что открываются такие возможности, чтобы наш народ знал свое прошлое. Она заслуживает знать свое прошлое. Этот народ дал миру таких величайших мыслителей, которые другие народы не смогли это сделать. Если Низами до сих пор считается вершиной общемировой поэзии, как вершина, значит, Эвереста. Да. Понимаете? И если такой мыслитель, как Насими, понимаете, когда читаешь, думаешь, боже мой, этот, ты попал в какой-то океан, плывешь, а нет конца. Понимаете? Поэтому мы счастливый народ. Очень счастливый народ. Дело в том, что вот в конце скажу такой значит, момент. Один английский ученый, Дэвид Роу, написал книгу «Генезис цивилизации. Откуда мы произошли?». И там такой момент, что Всевышний, когда решил отправить человечеству своего первого пророка, Адама, он выбрал территории, священные территории на земле. Это была территория Азербайджана. Наша земля священная. Надо то, что потеряли, вернуть. И то, что имеется, сохранить, укрепить. И я думаю, что сейчас нам очень повезло, что во главе нашего государства такой человек, как наш президент Ильхам Алиев. Мы всегда как воины рядом с ним. Спасибо большое.